Приветствую всех, у меня тут, да, у меня тут две крутки, как раз в геймфронте две крутки, я точно выбью себе что-нибудь редкое, надеюсь, либо, хотя у меня с высокой вероятностью все же выпадет оружие, либо Диона, вот реально, 100% либо оружие, либо Диона, поэтому крутим. О! Отлично. Не, конечно, хотел Найль, но новый персонаж мне тоже. Мне тоже очень нужен в коллекцию. Отлично. Ну что ж, мне остается, значит, еще Найльку получить одну копию. Где она нафиг уже не нужна, потому что я последнюю консту убью в ивенте. И Джунли. Ладно. А теперь обращение к Грише. Как лучше качать Яньфэй? У меня-то уже кое-какие базовые артефакты, точнее, у меня кое-какие артефакты есть уже. И оружие есть нормальное. Что сейчас? Лично я и надену... Так, где? Да, лично я и Яньфэй надену вот эту вот книжку. У тебя же... Тебе же, я думаю, рекомендую надеть что-нибудь типа... А у меня вроде нет нормальных, да. Да, нормально. А вот, типа такой книжки. Точнее, сферы, вот. Если у тебя есть такая сфера, надевай ее на Яньфэй. А не вот это, какая, нет, вот эту, вот эту сферу. Вот. Вот эту, на шанс кита. Да, больше нормальных трёхзвёздочных этих катализаторов у меня нет. Ну окей. С артефактами все сложнее. На первых там уровнях. Поэтому я покажу, что я надену, ну, точно на Яньфэй. Ну, к примеру, вот этот вот неплохой артефакт. Хотя нет, стоп. Стоп. Да, вот да, его надену потом. У меня тут еще есть... Еще есть один такой годный арт вроде. А, нет, у меня на Дилюке нормальный арт. Ну, пока вот этот надену. Так, тут у меня вроде тоже есть парочка неплохих артов. Да, ну, это такой себе, но пока надену его. Дальше уже на пиро урон нужен арт. Ага, у меня есть такой вот только, такие вот. Нормальный более-менее у этой, у Эмбер. Окей. А так-то можно... Так, у меня, значит, гладиатор стоит. И что там из гладиатора есть? Вменяемое такое. Ну... Так, секундочку, где-то тут был. Ага, понятно, у меня уже все на крит стоит. Так что я даже не знаю. Ну вот, с Бейдоу стащу. Это тоже такой себе арт. Но пока как бы пускай и повисит на ней. Можно быстренько уровень поднять. Хотя у меня монет маловато. Еще не монет. Да, мор маловато. Дом. Ну окей.
Хорошо, хорошо, теперь быстренько перейдем через нее. Хотя сейчас она бесполезна вообще будет полностью. Бам-бам. Неплохой персонаж. Она мне внешне напоминает это Маджилу из Тейлс в Берсея чем-то. Бум-бум-бум. Отлично. Как раз для 9-10 бездны подойдет. Но если сейчас именно нацелена качать ее с нуля, то у меня уйдет недели 3, может даже 4. Да, 4 точно. Ну, месяц даже. Круглям до месяца. Ну, персонаж, она неплохой. Ну ладно, это пока все.